«Уральское раздолье». Тематическая подборка работ Марклена Халимова, посвященных родному краю, теперь выставлена в городском краеведческом музее. Одними из первых полотна оценили коллеги и друзья художника. Они все такие совершенные. Он такой крупный шаг сделал в своем развитии, что я порой даже не узнаю. Думаю, какой-то новый дух художник у нас появился. Отличный. Оказывается, это Марклен. Сам художник признается, что работать над картинами приходится часами. Силы берет у природы. Она вдохновляет, поражает и радует. Я природу очень люблю. И иногда я как творчески помогаю. Я когда работы делаю, я начинаю что-то, какую-то работу доводить. Уже часов 11-12, я один человек мазок. Потом утром встаю, елки-палки, эти мазки, они, оказывается, не нужны. Цветовое меняется у нас, дневной цвет и это более реально подходит. И поэтому я, елки, ну ладно, не расстраиваюсь. Потом, ладно, днем уже начинаю, через день начинаю. В краеведческом музее Марклен Вахитович уже выставлялся. Площадка художнику знакома. В этот раз для экспозиции он подобрал более 30 картин. Талант Марклена Вахитовича не иссякаем. Он находит разные картины и мотивы там, где простой обыватель может пройти мимо, но у него получается запечатлеть нашу уральскую природу. В день открытия выставки в адрес Марклена Вахитовича прозвучало много теплых и добрых слов с пожеланием творческого вдохновения, чтобы он дальше продолжал радовать нас своими живописными работами. Выставка продлится с января по февраль, и все желающие могут прийти, также жители города. Наши гости краснознаменного города могут посетить данную экспозицию. Спасибо вам огромное за ваш труд и желаем творческого вдохновения. Спасибо.